Хей! Hey, всем привет, мои маленькие любители Гоха! Мы продолжаем второй конкурс Enchants, и у нас с вами оборона. На стримах я так и не смог пройти ее. Стримы, кстати, проходят на Твиче каждый день. Жду всех вас. Но думаю, сейчас мы сможем пройти, так как я на опыте, и у нас средняя сложность, а не хардкор. Не буду затягивать вступление, разве что попрошу лайки, подписки и комментарии. Что ж, мы приступаем. Так, ребят, с вашего разрешения, я чуть-чуть поролял карты, и выпало мне вот великие луки. И мы с вами уже дефали, но теперь поменялось, так сказать, расположение сторон. Совет теперь будет атаковать с той стороны, которую я дефал. А я, получается, ту сторону, с которой он атаковал. Я думаю, буду защищать вот эту вот точку, так как она более всего выглядит, ну так, это презентабельно. Тут вода, навряд ли тут поедут танки. Короче, она вот выглядит самой такой, которую можно будет защитить спокойно. Вот, также тут есть какие-то пушечки, но они скорее всего исчезнут. Так, сейчас я ее найду, нащупаю. Вот она. Что это? Это 7,5. Не, такие скорее всего исчезнут. Вот миномет еще может быть останется. Ну, короче, сейчас посмотрим как раз таки. Я возьму свои эшелончики. Покажу вам, что у меня в эшелончиках. А у меня в эшелончиках, ребята, только пушки. Только пушки, только хардкор, только пушки. Также я взял, короче, такие вот хорошие. Сейчас, где они, где они? Вот они, флаг 18. Это просто легендарное орудие. Они не дадут никаким танкам нам подъехать, потому что они стреляют там на 200, по-моему, метров. А танк, как вы понимаете, ну, на 200 метров стрелять не может. Так, ух, чуть не потерял одну машинку. Сейчас бы застряла. Ты давай не кипишуй, а едь. Так, ё-моё, а для одной зенитки, смотрите, не хватило машинки. Вот я дуралей. Я одну машинку не взял. Так, 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 давайте инженеров сразу отправлять. Кстати, смотрите, не исчезают эти пушки-то. Я взял инженеров, чтобы, короче, вырыть окопы моим чувакам. Ну, точнее, пехоте, короче. Взять и вырыть окопы, чтобы она сидела в окопах и чилила. Представляете, какой я крутой? Все, так. Окопы, окопы копаются. Так, нажимаю ОК. Стоп, у меня осталась еще одна. А, так ты ее не взял. Все, бери. Так, ну все, давай, пошуршали тогда зенитками. Так, во-первых, кидаю пехоту сюда. Я взял 3 отряда, 4 даже отряда пехотинцев. Думаю, нам столько хватит. Также взял медиков. И, черт, ребята, не осуждайте меня, я забыл взять этого комиссарчика. Так, ну я сейчас расставлю, получается, свою технику, свои пушки. И уже вернусь к вам тогда, когда попрет Советский Союз. Итак, вот уже поперли первые советские, так сказать, отряды. Я еще не до конца готов, не выставил все окопы, но в принципе уже, можно сказать, практически все у меня готово к обороне. Ох, я думаю, зря я взял флаг 18. Не потому что этот мне что-то жалко, просто, скорее всего, никаких крупных танков не пойдут. Вместо них я мог бы взять побольше грузовиков поддержки. Вот к чему я, ребят, клоню. Вот к чему я клоню. Так, также я бы хотел куда-то в другое место. Вот сюда, наверное, поставлю. Не-не-не. Да, да, вот сюда. Охренеть, у меня 2 миномета. Ё-моё. Так, друг, ты тут готовишься, если что, принимать, встречать гостей? Потому что вон они уже едут. Давай-ка. Опа, опа, отлично. Так, давай. Так, минометы работают. Замечательно. Так, окопы роются, тоже восхитительно. Так, ты кто, автоматчик? Так, друг, давай беги сюда. Нужна вот тут твоя помощь. Так, закидали все дымом. Плохо. У меня выбили экипаж из пушки. Все хорошо. А кто выбил экипаж? Я не понял.
Ну ладно. А, скорее всего, экипаж выбили те, дым кинули, они убежали или что, я не понял, почему это произошло, но это произошло. Так, приехал грузовик, я стреляю, не попадаю, но попадает другая зенитка, замечательно. Я чувствую себя комментатором в футболе. Так, закидали все дымом. Так, ты уходи, друг, пожалуйста. Так, берем отрядик, суем сюда, так, распределяем, распределяем пехоту. Если мы правильно распределим пехоту, то мы победим. Так, я думаю, бот вот тут будет довольно долго держаться. У него тут есть пушки. Да, 3,7, но их хватит. Есть миномет. Также есть пулеметчики и пехота. Окей, думаю, бот сможет тут продержаться довольно долго. Так же, как и мы на этой точке. Что нам надо сделать? Нам надо вот сюда поставить бруствер. Чтобы от какой-то залетного снаряда защититься. Ой-ой-ой. Так. Давай строй быстрее. Твою ж мать. Из-за этого сраного 8,8 флаг спасает мою зенитку. Замечательно. Фу, это очень-очень-очень хорошая информация. Так, я надеюсь, бот тут будет очень долго защищаться. Опять же, пехоты много, у бота бесконечные патроны, вроде бы. Поэтому да. Так, мои медики так решили и не бежать, хотя я 300 тысяч раз приказывал бежать уже на мою точку. 300 тысяч раз, я серьезно, я не вру, не обманываю. Разве я вас когда-нибудь обманывал, ребят? Да чтоб я, да такого, да никогда не было. Так, тебе надо вот сюда поставить, тут ты как раз будешь на пригорке, так сказать, на высоте. Так, у нас уже какая-то первая потеря. Это не очень хорошо, так, давайте... В принципе, тут можно взять вот даже вот столько бойцов и отправить их вот сюда. Потому что, как мы видим, тут спавнится бот, тут не помешает небольшое укрепление. Так, замечательно, три танка уже подбила. Моя красавица. Так, также тут едет Т-30. Но Т-30 это, ну такая, это хрень, можно сказать, полнейшая. Так, нет, это не хрень. Подъедь чуть поближе, друг. Так, начинаешь молять по нему, если можешь. Давай, замечательно, все подбивает. Т-30. Так, убираю отсюда тебя, пожалуй, куда-нибудь вот сюда. Так, давай. О, я какой гений. Убираю тебя отсюда куда-нибудь вот туда. Да, это я. Так, ставлю сюда еще одного стрелка. Так, все замечательно. Так, все окопы заполнены. Вроде бы все нормально. Я распределил относительно плюс-минус. Короче, терпимо. Так, пулемет сюда. Так, ты не в ту сторону воюешь. Так, все равно опять не в ту сторону. Так, вы уже два ребята не туда смотрите. Так, нахер ты сел перезаряжаться. Ничего страшного. Так. Так, вас бы отсюда как-то этот... выделить. Давайте вот сюда. Если что, вдруг... Надо по 4 бойца, короче, примерно сажать в эти ямы. Так, ты. Все замечательно. Так, отхватывают точку. Нет, я думал, она намного дольше будет держаться. Но, к сожалению, она держалась не так долго, как я того хотел. Так, тут едет у нас какой-то легкий танк. Ё-моё, я как комментатор на футболе. Так, что это? Ой, вот это вот очень-очень-очень-очень. Так, заряжай, пожалуйста, фугасный снаряд. Нам сейчас надо разобраться с вражеской пушенцей. Пожалуйста. Собака, у нас уничтожили 5 см флаг 41, твою мать. Вот это вот 76-миллиметровая уродина. Замечательно, мы можем сесть, что в тебе сломано абсолютно все. Так, ребята, чините. Чините, чините. Так, а тебя вообще, блин, полностью убили. Уроды, у меня просто слов нету. Да твою ж мать! Так, повредили еще одну пушку. Собаки. Так, ты чинишь? Ты чинишь ее? Замечательно, так. Это что, 5 см флаг? Так, что нам надо с ней сделать? Так, ты, друг, ты пулеметчик? Садись сюда, друг. Так, это... Я даже не знаю, что делать.
Я даже не знаю, что делать, честно. Так. У меня нету никакого танка, который может раздавить ее. А 3,7, походу, ее разбомбить не сможет. Нет, смогла, замечательно. Ну твою мать, там еще вот это ублюдство живо. Артиллеристы. Почему ты, дура, не видишь никого? Так. Перезарядка. Очень долгая. Так, садитесь, ребята, все, кто может, в эту пушку. Твою мать, заряжай. Бронебойный снаряд. Карта называется «Горбатая гора», просто ужас. Замечательно. Так, тут у нас что на этом фланге? Куча пехоты. Так, но тут зенитка не даст нам подойти прям вообще практически в упор. Поэтому тут я особо не беспокоюсь. Так, мне надо им снабжение подкинуть. Это что-то я про это забываю. Так, окей, замечательно. Так, тут, блин, просто тупо волнуюсь из-за вот этих гаубиц. Сраных. Блин, ведь ну за всем так не углядишь, ну серьезно. Так, вот это вот просто в жопу вся раненая, израненная. Не, ну точность должна быть такая, то что я по идее попадаю. Ну, по факту, как вы видите, не попадаю. Вообще ни в какую не хочу. Не хочет, точнее, попадать. Вообще ни в какую. Попало. Тут таких надо пару выстрелов сделать, чтобы гарантированно уничтожить. Но, блин, с таким успехом я могу ее долбить хоть до завтрашнего утра. Так, надо еще минимум один раз попасть, как максимум еще раз 30. Все, замечательно. Так, друг, заряжай бронебойки. Это что, БТ-ха? Проблема в том, что он защищается трупом своего... собрата. Так, отлично. БТ-хе не даем жить. Так, также сейчас вот тут вот надо как-то разобраться вот с этой проблемой, которая вот к нам идет. Алло, ну я же попадал. Алло, ну я же попадал прям вообще. Все замечательно. Фу. Просто успел как-то нормально ее уничтожить. Так, а ты вообще что не стреляешь? Ты потому что не видишь нихера. Ну карта называется «Горбатая гора», серьезно. Все максимально горбатое, неудобное. Так, друг... Знаешь, я тут подумал, ты, наверное, тебе надо вот сюда вот переехать. Для тебя это будет самое оптимальное место. А, ты не хочешь переезжать, потому что ты один, все, друг, понял.
Понял, понял. Сейчас, сейчас, сейчас я тебе еще одного принесу. Не бойся. Главное ту пушку, чтобы они не заняли, так как они могут, ну, убить банально мою Зеньку. Ты встань и поехали. Давай, 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 родимая. Давай, давай, не бойся. Все, идем. Сраный Максим. Сраный Максим, который они приволокли, который убил мне одного бойца. Замечательно, просто великолепно, просто нету моих сраных слов по этому поводу. Ядрить меня в жопу. Вы посмотрите, сколько их идет. У меня разбомбили еще одну пушку. Хочу вам сообщить, я за этим не углядел. Что я могу еще вам сказать? Не углядел. Так, и что у меня осталось? Еще одна флаг 18. Что, нам надо как-то дефаться, защищаться. Алло, стреляйте, прям перед вами бежит. Не может быть то, что вы не видите, то, что он идет. Боже, какое конченое управление. Так. Заряжай фугасы. Алло. Ну ты почему фугасы не заряжаешь? Ты почему не заряжаешь фугасы? Блин, пока возился с одной зениткой, другую просто уничтожает. Ужас. Очень не повезло с доктриной. Очень с доктриной не повезло, ребят. Очень с доктриной не повезло. Шо, БТХ седьмая. Ребята, прям перед вами стреляйте. Что, Еман, что это за красная угроза, красное наступление? Боже мой, боже помилуй меня, что это за ужас? Они еще и выживают после фугасов, охренеть. Блин, думал я, конечно, то, что бот будет побольше жить, честно. Не думал я то, что он точку отдаст настолько быстро. Я думаю, обороняться надо было на той точке, как-то там, как будто бы попроще. Ну ладно уж. Конечно, вероятность то, что я смогу прожить эту оборону, мала. Но я все-таки не покидаю надежду. Так, что и она вообще просто вся красная. Надо чинить, друг, надо это чинить. Давай, 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 давай. Не починишь, мы проиграем. Это что тащит? Ты чё, гений, блин, ее сюда аж притаранил. Так, это что? Это называется незаряженная бронебойка. Давай, 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 родная. Давай, давай, давай. Все замечательно, минус хатеха. Ух, так, что там? Еще едет какой-то танк. Ну, это точность. Ну, без полного сведения, да. А, это Т-37, все, фу. Так, единственное, что нам представляет сейчас угрозу, это сраные, просто у меня, ну, нету слов, но реально, сраные... артиллерийские орудия, которые совет, ну, с удовольствием будет спамить ими. Так, у меня тут просто снесли пехоту, надо сунуть. Замечательно, вот еще одна. На, ну чё еще одна? В нее просто сели. Чё, в нее просто сели, чё я бурагожу? В нее тупо сели, чё я еще могу сказать? Ну, 3,7 очень долго ломает. Она даже... Во, все, замечательно, так. Ожидать... О, дерево светится, обалдеть. Ё-моё, еще какая-то хрень. Все, убил, замечательно. Нет, не убил. Убили снайпера, что это? Это какой-то труп, боже. Так, давай сюда. Так, ты пулемет у меня, а мне еще надо какую-то пехоту. Так... Давайте власти отсюда. Так, это последняя просто оборона у меня. Мне надо куда-то вот сюда, вот, наверное. Блин, куда бы?
Так, слушай, ты тут бесполезна абсолютно. Так, давай, друг, ты едь сюда. Медики, давайте кого-нибудь попытайтесь спасти. Конечно, у вас это, ну, получится навряд ли, но вы хотя бы попытаетесь. Надо заряжать фугас и убить вот этого, что идет. Постараться убить, ключевое слово. Так, я вижу новые гаубицы, которые прут. Это что? Это, боже, это не гаубица. Замечательно, тут что? Тут это Максим, все замечательно. Фух, так, БТХи седьмые прут. У меня только тут одна пушка, которая тут должна обороняться. Это просто ужас, ребята. Заряжай бронебойки. И давай долбить. Замечательно, минус БТХа. Ну какой минус, конечно. Обоссанный кусок советского картона. Да как ты танкуешь? Пожалуйста. Все, ну хватит, ну хватит, ну хватит, ну хватит. Давайте меня сейчас одна БТ-ха уничтожит. Ну конечно, одна БТ-шка пятая меня убила. Что еще меня может убить, как не пятая БТ-ха? Что? Правильно, только пятая БТ-ха способна уничтожить все. Черт, вот тут вот хорошо зенитка стояла, но тут просто всю малину обосрала вот эта 76-миллиметровка. Вот, которую они тащат 33-го года. Боже, тут танки прут. Ужас. Просто горбатая гора, карта неудобная, безумно. Твою ж мать, собака. Боже мой. Конечно, ты попадешь по единственной моей артиллерии. Ну, уйди, пожалуйста. Но почему? Ну почему? Кто это придумал? Желаю долгих лет жизни. Итак, ребята, что мы имеем? Зенитка 5 сантиметров. Практически сломана. Все, блядь, замечательно. Один единственный танк, который просто порвал всю мою оборону, это БТ-ха 5, которая просто не хотела умирать. И все. Что я еще могу, блядь, тут сказать? Просто она не хотела умирать. Все. Конечно, все может поменяться, если сейчас она соизволит умереть. Но, как вы видите, она не торопится. Вау, после 30 тысяч попаданий по ней у нее соизволила сломаться башня, я не верю своим глазам. Сука, сдохни, сгори, мразь. В священном пламени инквизиции. Ублюдина просто. Ну куда ты лезешь? Я не знаю, я в нее столько надолбил, то что она уже должна была просто хотя бы чисто ради приличия умереть. Не то, что просто, но реально ради приличия она должна была уже все. Ну. Так, тут просто какой-то ужас идет. Тут просто ужас, миллиард солдат. Так, что мне надо? Мне надо пехоту. Пехоту вот сюда вот. Так, друзья, высаживайтесь из грузовиков. Пехоты чертовски мало. Было, кстати, ребят, 4 отряда. Они вот в этих окопах больше умирают, кстати. Миномет не помогает. Ах, вон как я поставил. Так, погиб у меня один пулеметчик. Я его слил очень глупо, но это я. Так, что там приехал? Там танк. Отлично. Опять у меня выбили просто экипаж. Чини ты эту сраную зенитку. Так, моя тут пехота есть на центре? Есть. Это что? О боже, это какая-то пуха у меня тут осталась в живых. Ядри, друг. Друг, смотри, кто там прет. Давай, 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 пехоту надо убивать.
Хотя бы она отсюда не должна подойти. Давай, 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 давай. Замечательно, давай, я в тебя верю. Это просто трэш. Это просто трэш. Это просто трэш. Совет опять тащит свои сраные вот эти вот артиллерийские. А, это 31К. Это еще хуже. Чините. А вы просто вылезли, потому что можете, да? Ну окей, садитесь назад. О май гад, был какая-то просто дерьмище на колесах приехала. Давай, у него, у них нет, 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 они захватывают точку, твою ж мать. Нет, все, мы не отдаем точку. Замечательно, мы держимся. Не знаю как, но мы держимся. Что нам надо? Нам надо сюда кидать бойцов каких-то на точку, на деф. Это просто ужас. У меня нету слов. Это просто трэш. Так, зенитка тут пытается отбиться. Пытается отбиться. Что за ужас? Да ну нет, я не смогу это пережить, ребят. Как бы я ни пытался. Это что по мне стреляет? Что по мне стреляет? Я не могу понять. Где? Да 26, серьезно? Где ты, мразь? Отлично, минус. Друг, который ничего не видит. Ёб твою мать, переводовай быстрее. Они не должны начать захватывать точку, давай. Все, да какой going resply, дуралей ты. Так, ну-ка ты дотягиваешь, ты должна дотянуться, давай. Это чё нахер они тут приволокли 61К? Так, ядрить еще отряд пехоты, да сколько ж вас, сволочь, ты тут. Слов не хватает. Так, с той стороны какая-то машинка. Твою мать, там выбили у меня, да? Выбили гада артиллериста. Так, друзья, садитесь. Так, отлично. Но я не успеваю просто вручную за всем следить. Просто не успеваю, ребят. Тупо не успеваю. Так, что тут? Тут идет какая-то машинка. Да боже, я ж тебя убил, урод. Все. Боже, лучше бы были орды техники, я вам серьезно говорю. Лучше бы были сраные орды техники. Боссаны 61К просто не дают жить. Уничтожили мою зенитку, которая тут держала соло, так сказать, направление. Так, и меня тут разносит. Нет, это все, это габельное. Это габельное, наверное, к сожалению. Так. Нет, конечно, есть у меня сейчас небольшая надежда на вот эти вот мои зенитки. Если это последнее подкрепление, ребята, то тут надо просто зубами вгрызаться сейчас в эту сраную победу. Но поскольку я не вижу то, что сейчас кто-то у них появляется, то, скорее всего, это последнее. Поэтому, ребят, надо реально зубами вгрызаться. Реально зубами. Сейчас попытаемся. Сейчас попытаемся. Или нет, у них вон, по-моему, подкрепление еще пришло. Твою ж мать, просто... Ой.
Карта называется Горбатая гора, просто из-за этого неприятно. Да и я дерьмовую оборону выставил, что уж тут греха таить. Если бы я все с самого начала нормально сделал, то бы, ну сейчас я вот в такой бы жопе не был, правильно, правильно. Твою ж мать. А, не заряжай, пожалуйста, бронебойные. Да, конечно, иногда ты спасаешь, но, блин, сейчас тебе больше надо фугасом долбить. Да 40, собака. Так, ну, сейчас она должна поближе подъехать. Сраная, это 40. Нет, твою мать, смотрите, у них поехало. Это 28, у них еще что-то поехало. Боже, у меня уже от обороны ничего не осталось. В рофлите у меня от обороны нихера не осталось. А вы мне там Т-28 какой-то гоните. Вы что, издеваетесь? Пулемет Максима, ё-моё, у меня тут 3 бойца просто в какой-то яме вонючей. Так тут что-то от бота осталось. Но мы держимся, но мы держимся. Ценой просто невероятнейших потерь мы держимся. Стрельба пос... Нет, все это жопа. Все, я убил свою вот это ужас, все. Все. Это все. Приехали. Эх. А все так хорошо начиналось. Все так хорошо, собака, начиналось. Нет, вон у них еще едет. Еще едет, боже, пехота. Твою ж мать, да сколько можно? У меня уже от обороны ничего не осталось, а они все идут и идут. Они все, собака, идут и идут. Просто слов нету. Я в ахере, вы посмотрите, их вон там вон сколько. Их вон там вон сколько, вы на это посмотрите просто. Но слов нету. Давайте бегите сюда. Ну вы твари. Давайте, 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 решайтесь, решайтесь. Отряд саны. Так, ну кстати, я не вижу то, что... Я уже это, по-моему, не первый раз говорю. То, что я вижу то, что никого нету, но, блин. Сейчас приедут. Сейчас приедут. Так. Заряжаем бронебойный. И стреляем в землю. Вон он как свою жопу выставил. Давай, отлично, все, движок подбили, отлично. Очень хорошо. Так, кого-то убили. Блин, почему на зенитках нету пулемета? У меня и так пехоты нету, отстань, все. Ужас, 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 ужас. Это просто трэш, ребята. Так, отхватываем середину. А, хорошие новости, ребят. Я не вижу креплений.
Может, это плохие новости, но я их не вижу. Я не вижу подкреплений. О, нет. О, нет, твою мать. Ты не должна умереть. Ты не должна, твою мать, умереть. Что-то тащит, что-то еще есть. Да капец. У меня уже ничего нету, собака. У меня уже ничего нету. Охренеть, там грузовик с пехотой был. Там грузовик был с саной пехотой. Вот это прикол, конечно. Нашего убили, ребят. Нашего убили. Найс. 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 Заряжай бронебойку. Ребята. Ужас. Ужас. Так. Что у нас осталось? Еще сраная пехота, но все, тут уже просто ее мизерное количество. Просто мизерное количество, так. Отлично. Там какой-то один боец остался. Поймал. Поймал на ошибки. Поймал на ошибки, ребят. Две сраные гаубицы, снайпер, танкисты, еще зелок с пехотой, интересно, нет, пустой внутри. Миномет остался. Это что за уродство? 61К, которая убила мои зенитки. Пулемет Максима. Еще что тут? Собака, неужели еще одна 31К? Ужас. Просто трэш, ребят. Просто трэш. Просто сраный трэш, твою мать. Я не буду абсолютно ничего вырезать. Вы увидели все как есть, ребят. Чтобы вы увидели все как есть. Все, как оно на самом деле было. То, что я смог выдержать эту оборону. Я смог. С невероятными потерями. С невероятнейшими просто потерями. Я потерял все. Все, что было. Я потерял все свои зенитки. Я потерял всех своих бойцов. Но я не потерял веру в победу. Это самое главное. И из-за этого, ребят, я и выиграл. Потому что я сражался до конца. Несмотря ни на что, я смог победить. Я считаю, ребят, за такое надо влепить лайк. 7 колб я получил за эту оборону. Я считаю, что я должен был получить минимум 70. И вот такую технику я скоммуниздил, так сказать. Эх, вся она стоит просто сущие копейки по сравнению с тем, что я, твою мать, потерял. А потерял я очень много, а осталось у меня очень мало.
Ужас. Следующая у нас будет атака. О, атака как раз-таки, кстати, на звездочки. Звездочки, твою мать. Ой, звездочки, говорю. На шевроны. Шевроны, твою мать, мне очень нужны сейчас. Так, а как вы видите, у меня их всего 3000. Также 10 колб. И я могу, наверное, сейчас как раз-таки посмотрим, выйти в четверки. Да, ребят. Могу выйти в пазики четвертые, но, блин. Вопрос, нужно ли мне это? Или мне хватит длинноствольной троечки? Не знаю, но тройку я изучаю в любом случае. Четверку БДшку мне тоже изучить. Не знаю. Вообще можно взять, знаете как? Можно на время изучить Джейку или Ашку. Просто посмотреть, сколько у них брони. Пока на время на атаку их взять. А уже потом. Но тогда атаковать придется вот это. На 500 тоже нормально. Атаковать придется вот это. И уже после взять условно четверку F2. Который там пушка 75 мм. Которая будет замечательно справляться со всем. Как с танками, так и с пехотой, так и с техникой. И, ну все, короче. Я сказал. Но это, ребята, уже будет в следующей серии. А на этом все. Половина кампании просто мы уже прошли. Осталось еще столько же примерно серий. То есть атака, оборона, атака, оборона, атака. 5 серий где-то примерно осталось, ребят. Ну ладно, с вами был я, Ричард. Ставим лайки, подписываемся на канал. Пишем там комментарии. Увидимся в следующих видео. Всем удачи и всем пока.